Вы смотрите видео об отеле Botanic Hotel and Resort, старое название Delfin Botanic World of Paradise. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Botanic Hotel and Resort, старое название Delfin Botanic World of Paradise, расположен в стране Турция в регионе Алания и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 90 километров от аэропорта Анталья, 32 километра от Алания, 8 километров от поселка Авсалар, в поселке Акурджалар. Территория гостиницы занимает 90 тысяч квадратных метров. Один из лучших отелей для семейного отдыха с детьми. В отеле очень большая и красивая территория, аквапарк с 8 водными горками, лунапарк. Отель состоит из основного 3-этажного здания и 3-5-этажных дополнительных зданий. Расположен в 90 километрах от аэропорта Анталии, 30 километров от Сиде, 32 километра от Алании. У отеля общая территория и услуги с отелем Delfin Botanic Platinum, кроме основного ресторана. В отеле есть русскоговорящий персонал. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется 7 ресторанов, 6 а-ля-карт, 6 баров, 6 открытых бассейнов, 8 водных горок, 1 теннисный корт, тартановое покрытие, салон красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, сейф на ресепшн бесплатно, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар бесплатно, сейф бесплатно, ванна, фен, телефон, покрытие, ламинат, балкон, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 583, 563 стандарт румс, 27 квадратных метров, максимум 3 плюс 1 человек. 20 Family Rooms, 54 квадратных метра, 2 комнаты, межкомнатная дверь, 1 ванная комната, максимум 5 человек. 6 номер для инвалидов, стандарт Rooms. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть акваэробика бесплатно, бильярд платно, уроки подводного плавания платно, безмоторные водные виды спорта бесплатно, массаж платно, сауна бесплатно, аэробика бесплатно, виндсерфинг платно с лицензией, настольный теннис бесплатно. Живая музыка бесплатно 6 дней в неделю. Больше бесплатно. Моторные водные виды спорта платно. Прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно за лоб. На территории отеля Delfin Deluxe. Дартс бесплатно. Игровые автоматы платно. Турецкая баня, хамам бесплатно. Дискотека бесплатно. Джакузи бесплатно. Анимация бесплатно. Тренажерный зал бесплатно. Теннисный корт бесплатно, 2 корта с синтетическим покрытием на территории отеля Delfin Deluxe. Уроки тенниса платно. Волейбол на пляже бесплатно. Парная бесплатно. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, теннисный корт, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки за депозит, настольный теннис, дартс, пляжный волейбол, аэробика, каноэ, серфинг с лицензией, дискотека, кинозал, луна-парк, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется джакузи, массаж, уроки тенниса, боулинг, бильярд, аэрохоккей, дайвинг. Для детей есть 3 открытых бассейна, 3 водные горки, мини-клуб, возраст 4-12 лет, детская коляска платно по запросу, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, на пляже зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно, собственный бар на пляже бесплатно, пирс, песчано-галечный, на пляже полотенце бесплатно. Год постройки гостиницы – 1988, год, когда был сделан последний ремонт – 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.